Что организатор проекта «Бои по правилам ТНА» на Кубок «Отнефть» — Ледовый дворец спорта «Отнефть-Арена». Многофункциональный спортивный комплекс, хоккей, концерты, бои, катание на коньках — все это можно познать в «Отнефть-Арене». «Отнефть-Арена» — живите активно, отдыхайте весело. Смотри, не крути ничего. Let's go!
Рафаэлу Женину. Это группа компании для охотников и рыболовов. Хотите удивить подруг, друзей и знакомых новым виртуозным исполнением знакомых песен? Добро пожаловать в караоке клуб «Падишар Клуб». Уютный интерьер, роскошный зал. Индивидуальные кабинки, шатры, конечно же, лучшие клубы восточной, европейской и японской кухни. Чисто польская девица. Кстати, участники нашего сегодняшнего чемпионата здесь вечер проводят в ресторане «Тратория». На чисто польской девица. Успели заказать столики, провести встречу в дружеской компании наших спортсменов. Что Константин Коробов снимается с боя. Победу в этом поединке одержал Хишам Эль-Каиди!